Как приготовить свиные отбивные в пиве? Кушали, когда ездили в Прагу, хотим повторить дома. Ух, рецепт нам предоставили, потому что наизусть мы могли не помнить, конечно. Видишь, свинина. Нет, вепрево колено, чешское такое традиционное блюдо, я знаю, как готовить. Я готовил, как свиные в пиве, не готовил, поэтому ты мне рецепт расскажи, есть. А я сейчас сохраню рецепт себе. Есть. Кстати, на самом деле можно даже не просто его прочитать, а попробовать. Ну, здесь давай. Мы перед камерами это делать не будем, у нас просто кухонные утвари здесь нет, но можно завести. Ну, тогда свинина. Внятно и не спеша читай да. ингредиенты. Итак, свинина, это ребро с, господи, с мясом, мясо на ребре, вернее, 4 штучки берете, берете соль, топленое сало 60 грамм, лук репчатый 100 грамм, семена тмина, то есть не молотый тмин, гвоздика 2 бутончика, черный перец 2 горошины, ух ты, прям как точно. Это 2 пиво. Бутона гвоздики, 2 гвоздика. Наверное. 2 гвоздика, сушеный бутон, это и есть вот это. Я бы взял бы 2 бутона свежих. А, ты связки имеешь в виду? Свежих бы, свежий. Пошел бы. Сушеная гвоздика, окей, да. 2 гвоздика, 2 бутона. Черный перец 2 горошины, пиво 450 грамм. Угу. Ну, то есть 50 грамм можно отпить из пол-литрушечки. Так, мука пшеничная 40 грамм, сок лимонный 1-2 чайные ложки. Приготовление. А отбейте мясо и натрите солью. Но опять-таки, будете, когда отбивать мясо, осторожно, не бейте по ребру, потому что если вы его раздробите, будет не очень прикольно потом кушать. Обжарьте в растопленном сале мелко рубленый лук. Сюда же положите отбивные, быстро обжарьте их с обеих сторон. Ну, тут все понятно пока, да? Приправьте отбивные специями, вылейте немного пива, тушите на слабом огне до мягкости. Выньте отбивные, немаловажный совет. Добавьте в образовавшийся бульон муку, подсушенную до золотисто-коричневого цвета. Это лучше всего сделать вот заранее, конечно. Разведите оставшимся пивом. Соус проварите до густоты. Процедите соус, положите в него отбивные. Добавьте лимонный сок, прогрейте. Подайте с клёцками или вареным картофелем. Ну, звучит очень вкусно. Я с полным ртом слюны, на самом деле, заканчивал. По-моему, все понятно, нет? Да.